Сегодня Луна находится в знаке Лев, в магии лунных стоянок это 11-й дворец или 11-я лунная стоянка. И качество этой стоянки, ну, поскольку это Лев, это в первую очередь самолюбование, любовь к самому себе, и дает очень много приобретений хорошего качества, ну, то есть можно и прибылью это считать, и красивых вещей, и коллекционирование, и подарки. Ну, в общем, стоянка просто роскошная. И могу вам предложить маленький ритуал с фольгой, что нужно делать. И еще маленькая деталь, которую я упустил. Очень хорошо привлекает энергия этой стоянки спонсоров. Спонсоров, которые могли бы вложить в ваше дело в какие-то средства. И на этой картиночке можно увидеть, если изготовить алтарик всех 28 дворцов и найти 11-й, этой стоянкой управляет Меркурий. Поэтому можно взять очень простой инструмент, обыкновенную фольгу. Фольгу, которая используется для приготовления пищи. Поставить желтую свечечку, загадать желание. И все зависит от ваших намерений. То есть, если это прибыль, то, соответственно, в эту фольгу нужно положить монетку. Монетку желательно желтенькую, ну, у нас обычно это 10 рублей. Если нет желания прибыли, а что-то полезное для себя, то можно, в принципе, в эту фольгу положить свои волосы. Потом дать возможность погореть свечке хотя бы час. Ее можно загасить, свернуть эту фольгу и носить при себе. Две недельки нужно поносить, и через две недельки вы начнете ощущать повышенное внимание к вам. Вообще внутренние ощущения могут очень сильно измениться. Желаю вам удачи. Пока.